Респект всем, с вами Смайл Ники, и вы на канале Смайл Ники. Йоу, а я, ау. Ты чё, дурак? Те, кто со мной на протяжении долгого времени, конечно, вам и вот сердце отдаю. А сердце справа или слева? Без разницы. Ну вот, короче, вам мое сердце. И вы помните, наверняка, 100%, что у меня была рубрика «Песни для любой компании». Я сыграл там песни 3 и забросил. Типа, а-ля песен больше нету. Я все сыграл, это базовая... Нет. Да я ж пошутил. Еще очень много песен для любой компании, которые подойдут. И сегодня я сыграю одну из них. Потому что эта рубрика очень вам зашла. Просмотров там много было. Я охерел просто. Не забывайте, что внизу есть подписаться, лайк, ну вот, что все блогеры говорят, ну, надо. Это все бесплатно, бабки за это отдавать не надо. Просто спустился вниз, нажал, подписаться, лайк, комментарий надо написать. Это единственная наша с вами связь. Считаем, мы с вами на прямом контакте, вы можете со мной разговаривать, я вам буду отвечать, типа, привет, омлет. Давайте приступим. Куда-то мы идем, а я курю, а ты конфеты ешь. И светят фонари давно, ты говоришь, пойдем в кино, а я тебя зову в кабак, конечно. Восьмиклассница. Ты говоришь, там у тебя по географии трояк, а мне на это просто наплевать. Ты говоришь, из-за тебя там кто-то получил синяк, многозначительно молчу, и дальше мы идем гулять. Восьмиклассница. 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 Понравилось? Нет? Все потому, что я не умею петь, меня это так бесит. Я вам показал эту песню в моем исполнении, в вашем исполнении, скорее всего, она будет звучать лучше. Но объяснить-то мне надо, как я ее сыграл. Ага. Начнем со вступления. Все просто. АМ. ЕМ. 4 раза. Начинается куплет, играется 5 аккордов, сейчас я вам их покажу. АМ, ЕМ, С, Дж, Ф, Дж, С, АМ. Понимаю, нифига не понятно?
но очень интересно. В описании я оставлю аккорды, потому что объясняю я, конечно, ну так себе, чтобы 100% разобрались. Давайте попробуем сыграть вместе со словами. АМ. В пустынной улице вдвоем с тобой куда-то мы идем, а я курю, а ты конфеты ешь. Ну тут, скорее всего, где-то аккорды будут, но не факт. Зная меня, я могу вообще этот ролик не выпустить. Понятно. Ладно. Да всем насрать! Играем мы так два раза. Можете одновременно петь, а можете вообще нафиг. Нет. Пели, сыграли, потом начинается припев. Припев играется вообще 4 аккорда. F. G. C. A. M. F. И G. Только в конце, на G, мы играем вот такую вот барабашку. Просто очень быстро по струнам. Будто ковбой. Хи-ха! Восьмиклассница. Все, песня полностью разобрана. Бой, вообще какой хотите, без разницы абсолютно. Я просто играю стандарт. Вниз-вниз, вверх-вверх, вниз-вверх. Умеете, могете. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Смайл Ники. Что могу добавить? В ТикТоке у меня постоянно выходят новые ролики. Их надо, конечно, посмотреть, пролайкать. Вообще, блин, все же понятно. Ну а с вами был Смайл Ники. Прощайте.